Здравствуйте, это программа «Репортер», я Алексей Коноплев. Если вы уже обошли все парки, музеи, поучаствовали во всевозможных квестах и уже не знаете, чем заняться в нашем городе, записывайте и запоминайте. Давно известная, но не столь популярная для модной молодежи точка на карте Самары – областная научная библиотека, раскрывает свои секреты и даже пускает в подземелье. А еще учреждение открыло отдел уникальных редких книг. Репортер спустился на минус первый этаж и даже проехался в лифте, в который могут получить пропуск только несколько сотрудников. История удивительного рядом. Скрипящий бас одного из самых верных сотрудников. Пользоваться его услугами могут только избранные. Он открывает двери только тем, у кого есть специальный пропуск, скрытый от посторонних глаз, исключительно для служебного пользования. Пока читатели заняты своими делами, в кулуарах Самарской областной универсальной научной библиотеки трудится лифт. Для репортера делают исключение и разрешают спуститься на цокольный этаж. Отсюда начинается огромный отдел основного книгохранения. Это рельсы. Дело в том, что когда здание проектировалось и строилось, планировалось, что библиотека будет суперсовременной, и здесь должны были быть компактные стеллажи. Полумрак, холод и стойкий аромат книг здесь, словно остановилось время. Со старых советских фотографий улыбается вечно молодая София Ротару. Она, кажется, никогда не стареет, в отличие от фолиантов. Экскурсовод Александр Горшенин предупреждает, книги брать с полки нельзя, они стоят по особой системе, и если поставить том в другое место, то его будут искать годами. Из книг можно узнать, как стать хорошим шофером, как правильно дружить мальчикам и девочкам и чем кормить ребенка. Вот в этих изданиях очень красочно и популярно, вы можете обратить внимание, да, находилась информация о том, какое должно быть меню у школьника в соответствии с его возрастной физиологией. К Общероссийскому дню библиотек присоединяется Самарская универсальная. За свою полуторавековую историю она прошла путь от учреждения, где хранится 800 книг, до центрального общедоступного хранилища региона. Сейчас фонд насчитывает более 4 миллионов документов. В честь праздника сотрудники научной библиотеки показывают посетителям изнанку своей работы. У всех есть такое стереотипное представление о библиотекарях, просто идет, книжку берет. На самом деле очень большая, особенно в нашем отделе, идет работа с фондом. То есть это и реставрация фондов, и поддержание, скажем, характерных температурных режимов, влажности определенной. Физические нагрузки огромные. Во-первых, площади огромные, как вы видите, тут 1500 метров примерно каждый этаж, а мы занимаем 5 этажей. Из жизни сотрудника библиотеки каждый день ходьба, бег, тренировка рук и ног, положить на полку тяжелые тома, передвинуть стеллажи, и все это на скорость. Посетители экскурсии сегодня пробуют это на себе. Они уже пробежали 3 этажа, успели посмотреть, как хранятся все подшивки журналов и газет. Я нашел новое место, куда можно прийти, узнать больше информации о своей профессии, о хобби. Мне понравился отдел с иностранными языками. Буду приходить сюда, читать книги. Я, на самом деле, хоть и живу в городе Самара, но был в этой библиотеке, но не знал, что у нас в Самаре, вот в областной библиотеке, есть такие хранилища. Еще один подарок. Самарская областная библиотека открывает отдел редких книг. Практически все эти издания представлены в единственном экземпляре. Миниатюрные тома для портативной библиотеки. С таким футляром можно было путешествовать по всему миру. Сотрудники нашли книги, датируемые 1500 годом, а также издания времен Первой мировой войны. Выдержки из дневника самарской крестьянки-поэтессы-самоучки, изданные в 1914 году. Эти фолианты из частных библиотек, естественно, и они существуют в Самаре, во всяком случае, в единственном экземпляре. Сотрудники библиотеки объясняют, это не музей, сюда надо приходить и читать, и вспоминать об этом не только в праздник. Умным быть всегда модно. Читайте, удивляйтесь и постоянно узнавайте город, в котором мы живем. До новых встреч. Напоминаю, что все новости можете увидеть на сайте телерадиокомпании «Губерния». Всего доброго. Пока.